Финальные испытания организованы на площадке ульяновского филиала ПАО «Т-Плюс». Среди участников – начальники смен электростанций и основных цехов предприятий, машинисты котлов и турбин. Всего 7 команд из разных филиалов присутствия компании – Оренбургского, Самарского, Кировского, Свердловского, Владимирского, Мордовского и Ульяновского. Здесь сегодня победители предварительных этапов, то есть сегодня здесь лучшие из лучших по своим профессиям. С одной стороны, это повышение уровня мастерства, профессионализма своего, и год от года меняются правила, меняются документы, которые нужно изучать. Лучших в профессии будут определять в течение 3 дней. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов. Часть из них пройдет на специализированных компьютерных тренажерах. С их помощью специалисты продемонстрируют навыки ведения режима работы теплоисточника по диспетчерскому графику, пуска оборудования и выполнения на нем переключений. Оценивать мастерство финалистов будет команда профессиональных судей. У нас достаточно большое количество этапов, и надо сказать, что с каждым годом мы их усложняем и усложняем. Это позволяет обеспечить необходимый профессиональный навык нашего оперативного персонала, и тем самым, как показатель, что мы достаточно часто призовые места завоевываем на всероссийских соревнованиях, что говорит о высоком уровне подготовки и сложности самих соревнований. Уровень действительно высокий. Соревнования включают 2 практических этапа. Один из них – жаркий. Командам предстоит локализовать и ликвидировать возгорание. Действовать нужно оперативно. На счету каждая минута. Еще одно зрелищное задание – оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Организаторы постарались создать атмосферу, максимально приближенную к реальности. Громкие звуки сирены, носилки и другие необходимые приспособления для спасения жизни человека. И все же главный ресурс – навыки и умение специалиста ориентироваться в экстренной ситуации. Все участники стараются раскрыть свой потенциал на 100%. Волнения практически нет. Подобные соревнования проходят регулярно. Это сплачивает коллективы и создает приятную рабочую атмосферу. Мне нравится коллектив наш, наша команда, наш хороший руководитель. Мы даже между собой называем его нашим талисманом. Поэтому мы очень рады, что он с нами поехал. Команду победителя определят 26 мая. Сильнейшие специалисты представят компанию на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.